Ностальгия, яркие эмоции и живая музыка. В Петропавловске с моноспектаклем «Артист» выступил известный российский композитор и певец Сергей Дудинский. Его уже полюбила местная публика. В путешествие сквозь пространство и время отправилась и наша съемочная группа. Песни 60-х, 70-х годов, мировые хиты, джаз, поп-музыка и русский романс. Слушатели отправились в музыкальное путешествие во времени. Главным гостем и героем этого вечера стал известный российский композитор и певец Сергей Дудинский. В мире настолько разная музыка, и она на самом деле подвластна всем, и каждый в каждой песне может найти себя. Зрители путешествуют не только во времени, но и по странам. Побывали в Италии, заскочили в страну любви Францию. Каждая остановка – отдельная песня. Дирижер Абзал Мухиддинов уже не первый раз выступает Сергеем Дудинским. С моноспектаклем «Артист» хотят совершить тур не только по Казахстану, но и по городам России и Украины. Публике очень нравится его, особенно репертуар, он очень разнообразен. Он включает в себя песни, как «Бонни М», «Абба», «Уитни Хьюстон». То есть те песни, которые очень известны не только старшему поколению. Это третье выступление певца в Петропавловске. Полный зал, цветы и море оваций. Я второй раз на концерте. Я в прошлом году была. И когда я узнала, что опять будет Сергей Дудинский, я с таким чувством стремилась попасть на этот концерт. Мне очень понравился. Я вся в восторге, вся в эмоциях. Прекрасный концерт. Столько эмоций, столько радости, столько воодушевления. Хочется еще слушать, слушать и слушать его. Какой молодец, какой голосище это вообще. Я его очень люблю. Анастасия Сертак, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.